Всем привет! На днях у нас пришла большущая посылка от моей мамы с Америки. И как всегда, в ней огромное количество подарков для всей нашей семьи. И, конечно же, я хочу поделиться с вами нашей распаковкой. Ну что, начнем. Это квадрокоптер для Ярослава. Детские часики. Такая вот сменная накидочка на стульчик для кормления. Игрушечки для Давидика. Очень классная куколка для Дианочки. Я думаю, скоро совсем сделаю вам обзор по этой кукле. Вот такие вот забавные часики для Дианочки. А еще супер-мега-крутой рюкзак для меня. Очень яркий и красивый. Портативная колонка для Ярослава. Он прямо очень мечтал о такой. А теперь супер модные наши переодевашки. Верхняя одежда для Давидика. Сейчас мы померяем. Какой же красавчик! А теперь покажу вам свои луки.
немного переодевашек от Ярослава. А теперь принцесса Диана. Снова Ярик. Вот такой вот купальник для Дианочки со специальными вставками для того, чтобы она могла держаться на воде. Ну что, готовы? Снова смотрим на меня. Вот он, тот самый ультрамодный яркий рюкзак. И еще немного образов от Дианочки.
Для нас каждая посылка, которую мы получаем от мамы, равноценна празднику. Мы потом с огромным восторгом примеряем все наши наряды. И, конечно же, в очередной раз я безумно рада поделиться с вами –